Among the Sleep. И какого-то хрена мы остановились, а? Чё это было? Мы продолжаем играть в эту игру, потому что мы её не прошли. Она так не пойти. Продолжить стори. Где я остановился? Я не помню, где я остановился. Если бы я помнил. А, да, я приехал в мир. Здравствуй. Are you alright? Are you right? Whoa. What is this place? Где ты там упал, ё-моё? Ладно. Мы должны сейчас тупо очень хорошо побегать. Playhouse? What's that doing here? Заткнись. Нет! Я его не подбирал, я выкинуть его хотел. Игра, ты не по правилам играешь. Какого хрена? Ну-ка, скинь. Ладно. О, чуть не упало! Стоп, что я сделал? Зачем? Зачем я это сделал? Whoa, look at this place. Зачем? Look at this place. Look at Freddy Krueger. Так. Мы уже поняли, что надо делать. Мы берем и... Засовываем ее, да. There it is again. It sounds like it's coming from behind this door. There must be a way to open it. Я понял. It seems like these are connected somehow. Вот, я понял. Запиши только. Все. Положи. Maybe it requires some sort of key. Ёпты. Is there anything we can use? Наконец-то я положил тебе, нахрен тебя. Все, можете отдыхать. Слышь, закручиваем. Какой это колбочек? Вот он. Buttons. Почему она летает? Почему? Все в трубе нет ничего, как -то... What happened? Why didn't it open? Я ничего не понял, но есть одна кнопка и что с ней делать? Maybe чё? We have to press both at the same time. Может, надо нажать на две кнопки сразу? А, да. Сейчас. Ну, блин. That's it. Вот так? Ты it seems шутишь? Like the memory you shared unlocked the door. Maybe if we can find more memories like я this, it might bring us to her. Нет. It looks like we need сейчас three more. А ну да, пока, братан, я тебя ненавижу, правда, пока. До свидания. Пошел нахер! Я очень люблю приветствовать. Где? Я сдох? А, не стоит. Where are we? Да ладно, ты не со мной был. Тут летишь? Ты летишь? Летит. Ха-ха. Хорошего обрезки вам. Вот я гармошка. О, даже музыка есть, ну ладно. Я мистер... Люблю лазить по деревьям. Дай мне растение. Я тоже флэш. Супер скорость вообще. Развиваю. Я почему-то сразу догадался, что ее взорвать. Это легко. Стой.
Все в трубе-то находится. Подождите. Да ёпты! Нахрен у нас. Так упади. Падай. Ну сейчас надо было упасть. Ну ты что не упасть? It looks like another memory across that bridge. Is there a way up this tower? Лопата. Люблю копать очко. Ладно. Копать уже нужно. Так, чтобы открыть. А, ну мне еще надо, понятно. Ну как, поджиматься, поджиматься на турниках. Подтягиваться, в смысле. Ну-ка, сделать лестницу там. Хопля. Меня? Почему сохранение? Мне это не нравится. Там сова. Я вам что, лёд, что ли? Не набрал её. Что такое? Что боишься? Ты чего боишься? Ты как резко изменился цвет. Кто идет? Никого не было. Ну чё? Что? Я мне там. Это что, скрипт, что ли? Я сломал игру? Ну-ка, я не боюсь. Он же там появился, его там не было. Ну и нахрен это. Я уже что-то вижу. Прикол. Ну и ладно. Где же мы найдем? Вот туда. Наверное, вот сюда. Ну, подождите. Там что-то еще есть. Это всего лишь дверь. Что мне бояться? Да нахрена, я его ненавижу. Зачем он не нужен? Ооо, летающая сова. Я говорил людей. Она не падает. Ну-ка прыгни. Ладно. Оба! Я с батя зашел, все. Всем здрасте. А, тут кто со мной вообще такой? Ну-ка на горку! Я не могу, что ли? Ну и ладно. О, колесо вижу, колесо! Вижу! О, сова. Да откройся, ты, блядь, откройся. Да почему? Да ты же не цепляешься, ну ёпты, открой. Да слышь ты, колесо, я тебе сейчас это... Уйди отсюда, быдло. Открыл, да. Ну чё, там... Ой. Я скрыт. Я права. Ты. Чё не двигаемся? А, сова.
Я понял, что надо делать. Долго. А как мы долго? А. Окей. Не-не-не-не-не. Я успел. Понял, я крутой. Кто идет? Кто идет? Кто? Где? Где? Кто? Я ничего не видел, никто не шел. Я никого не видел. Меня напрягает это место, нахрен оно надо. Че упал, чмо? Все, я залез. Я все собрал, ура! Правда, никакого друга я по пути не встретил, у меня ни одного друга нет. Ни Седека, ни Лопат, который я там оставил, ни Бигфу. Я не знаю, куда я так бегу. Я точно быстрый. Чё будет, если я просто тупо упаду? Я не понимаю. Я хочу грохнуться. Почему нельзя? Можно упасть! Я не хочу проверять даже. Страшно. Давайте упадем после тупо. Тупо проверить. У-ху! Пацаны, я проверил. Лучше не прыгать. Что за звуки? Какой-то звёздочный мозг. Ну чё, звуки охренели? Do you want to hear the melody again? All right, one more time. Then it's time for bed. Finally, we must be getting closer. Там ничего нет. Чего? Как я залез? Ну ладно. Ну и на этом конец. С вами был Саня. Спасибо за просмотр. Кто до этого момента досмотрел, тут вообще красавчик. Ну все. Всем пока-пока-пока. С вами был Саня. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Делитесь этим видео с друзьями. И Спарта.